Это капсула. Как ты думаешь, кого мы сегодня отыщем? Ну, не знаю. Наверное, это будет очень красивая куколка. Ну что, давай открывать! Давайте же побыстрее откроем и посмотрим, что же там внутри. Открывай! Вау, как хорошо снялся первый слой! Вау, посмотрите! Снимаем первый слой, и здесь мы находим лупу! Круто! Что же у нас тут написано? Давайте возьмем лупу и все хорошенечко-хорошенечко рассмотрим. Давайте откроем следующий слой! Открываем. Что? Что? Кажи. Тоже секретное послание? Да? Да. Стоп. Снимаем второй слой, и здесь у нас подсказочка. Продолжаем распаковку. Саша сильный? Да. Окей, то поможи мне чуть-чуть. Можно, Даня? Да. Дякую. Открываем следующий слой. Смотрите, у нас розовая капсула. Вау, подсказочка. Вау. Почекай. Вау, смотрите, какая клевая у нас подсказка. Давайте посмотрим, что же там написано. Собачка, какой-то значок, я не знаю, что он обозначает, плюс пирамидки. Мне интересно, какая это куколка? Давайте на капсуле прочитаем послание. Газета, буквы Г, английская газета, куча газет. Открываем третий слой. Давай. Окей, Саша. Открывай. Интересно, какая же там куколка. Так хочется увидеть ее. Я уже что-то вижу. Давай, открывайся. Открываем. Вау! Смотрите, нам попались шифры и инструкция. Показываю. Вот такая длинная инструкция. Переворачивай. Это инструкция, что куколка умеет делать. Менять цвет, плюваться, писаться, плакать. Вау, какая она красивая. Посмотрите, какой чехольчик на куколке, как бы резиновый. Смотрите, куколка как бы в таком чехольчике резиновом. Она такая красивая. Мне так интересно, какая же это куколка? Теперь давайте посмотрим коды, чтобы открыть нашу куколку. Ее аксессуары. Корона плюс диамант. Открываем. Нет. Клевер. Плюс чертик. Огонь. Плюс снег. О, открылось! Смотрите, у нас открылся отсек. Смотрите, какой крутой у нас пакетик. Давайте посмотрим, что в нем. Давайте посмотрим, написано здесь что-то. Тут нарисованы лупы. Круто! Давайте откроем, что же там? Там, скорее всего, бутылочка. Вау, посмотрите, это газировка. Газировка таких красивых цветов. Розовый и голубой. Круто! Давайте откроем следующий отсек. Так, нажимай. Ни, цукерка и лимон. Лимон.
чекай, давай подивимося, що там написано. Ні, діставай отак. Окей. Що там написано? Ану. О. О, написано. І лупа, да? Да. Відкривай, що там? Взуття? Ні. А що? Смотрите, какие крутые! О, такие крутые! Черные с бантиком! Такие классные! Кеды такие! Ну, посмотрите, они такие мимимисные! Поставим бутылочки. Это дождь. Дождь, хмарка с дождем и солнце. Так, клевер. И... Нет. Давай теперь тогда коронку. Корона и диамант. Нет. Ага. Попробуй. И... Не открывается. Давай еще раз отсы. Закрываем, ручку одеваем. Раз, два, три, сумочка готова. Ой, посмотрите, целая гора аксессуаров. Одежда этой куколки мне очень нравится. Давайте рассмотрим саму куколку. Куколка спряталась, вот такой вот костюмчик. Посмотрите, какие у нее красивые волосы, костюмчик. На вид царица, как египетская. Давайте начнем с головы, снимем маску. Вау, посмотрите, какая она красивая, какие у нее красивые волосы. В куколках Лол самое красивое – это глаза. Посмотрите, какие они большие, милые. И они такого красивого голубого цвета. Такая милашка. Теперь я сниму весь костюмчик. Вау, она такая милая. Колготки в клеточку белую. Какая же она красивая.
Какие у нее волосы, какие глазки! Она просто мега крутая! Давайте ее нарядим и посмотрим, как она будет выглядеть в своем костюмчике. Наша куколка оделась! Эта куколка настоящая модница! Я точно с ней подружусь! Такая красотка! Мне нравится ее одежда и сама куколка! От прически до ее туфелек! Кто согласен, ставьте лайк! Давайте внимательно ее рассмотрим еще! Все-все рассмотрим! Итак, у нашей куколки очень красивые цветные волосы. Такая шикарная модная прическа. И ободок в виде бантика. А еще у этой куколки есть сережки, которые можно легко снять и легко надеть. Также у нее есть маленькая мягкая бутылочка, газировка. И симпатичный модный лук. Все очень красиво и по цвету подходит. В итоге мы получаем модную и стильную красавицу. Давайте ее посмотрим в коллекционном листе. Я держу в руках вкладыш и сразу ее нашла. Она относится к поп-клубу. Зовут ее Disco Lady. А что она умеет делать, сейчас мы узнаем. А теперь посмотрим, меняет ли наша куколка цвет. Я подготовила холодную воду. Давайте опустим куколку и посмотрим, поменяет ли она цвет? Мне так интересно, давайте по-быстренькому. Вау, вы только посмотрите! Посмотрите! У нее стали коричневые волосы, тени на глазах. Смотрите, стал зеленый топик, темно-розовая юбочка. А еще вот эти вот рукавчики тоже стали темно-розовыми. Круто! Ее что-то на теле появляется. Давайте посмотрим тоже, что же там появляется. Это как купальник. И гетры, скорее всего, появляются. Вау, посмотрите. Посмотрите, у нее такой как бы купальник с лосинами. Топик с лосинами. Какая она красивая. Круто! Сейчас нажмем и узнаем, что наша куколка умеет делать. Она плюется! Пиу-пиу-пиу! Посмотрите, как очень круто она плюется! Бррр, я вся намокла, но мне очень понравилось! Какие вы все красивые девчонки и мальчишки! И вы все поставили лайк и подписались на канал Снежана Снежок? Круто! Пока-пока! До новых встреч!